Мужики, всем привет! Ну, наконец-то закончил я установочку пола, сделал педаль сцепления. Заняло у меня это 3 дня. Ну, добился того нужного результата. Вот. Что хотел, то и сделал. Некоторые могут сказать, а что тут 3 дня можно делать, да, казалось бы. Все просто. Нет, ребят. Во-первых, металл не мой, купленный не на мои деньги. И запороть вот такой кусок металла, это равносильно, что съездить в магазин и купить новый. Поэтому пришлось мне все это дело тщательно промерять, рассчитывать, рисовать, еще раз проверять, чтобы выпилить полностью контур коробки, повторить все ее изгибы, чтобы пол мог свободно ставиться, сниматься без каких-либо проблем. Педаль, значит, делал, наверное, переваривал, точнее, раз 5, менял положение, расположение, конфигурацию. Ой, это капец. Она у меня механическая получилась. Впрочем, как и планировал. Полностью механическая, просто тяга и педаль. Педаль легенькая, выжимается вот одной рукой. Ногой еще легче. Вот такие вот дела. Так, дальше. Значит, заказчик попросил меня ускорить процесс постройки этого трактора. Я так понял из разговора, что ему тракторок нужен до мая месяца, чтобы он был собранный. Ну, меня такой расклад не устраивает. Поэтому через 2 недели он должен уже выехать и уехать к нему. 2 недели. Какой там май месяц? Вы что? До мая месяца я в Ростов или в Ставрополь соберу еще один тракторок. Вот такие вот дела. Скорее всего, из-за того, что мы ускоряемся, съемки видосов по этому трактору производить я не буду, потому что съемки занимают очень много времени. Вот сейчас, чтобы показать весь механизм, мне нужно в очередной раз это все дело разобрать, все это объяснить, показать, рассказать размеры, как все просто сделать, да. Вот. Ну, делать этого не буду. Как говорится, желание клиента для нас закон. Так что с этим проектом мы уже не увидимся после этого видоса. Так, дальше. Заказчик попросил меня поставить гидроцилиндр где-то вот в этом районе. Я не знаю, вот где мне его поставить. Навески нет. Я не знаю особенности навески, конфигурации навески, ее расположение и так далее и тому подобное, да, особенности. Вот, ну попросил меня приварить. Ну попросил, приварю вот здесь. Я думаю, будет нормально, да? Только я не знаю, кто так делает, без навески ставит гидроцилиндр. Я сделаю крепление, но переделывать я крепление не буду. Вот, пускай переделывает кто-нибудь другой. Берет и переделывает, и меня пускай матюкает. У меня на это будет этот видос. Меня попросили, я сделал. Да, гидравлика будет здесь стоять. Вот такие вот дела. В общем, осталось тут совсем немного. Кинуть крылья, кинуть обшивку, собрать каркас под, вокруг двигателя, да? Прикрутить насос там, ну ерунда, 2 недели делов и в добрый путь. Так, что хотелось бы сказать еще тем мужикам, которые звонили и просили сделать технику из их металла, из их запчастей. В общем, мужики, из чужого металла технику я делать не буду. Если вам нужно, я сделаю только из своего металла, из своих запчастей абсолютно. Потому что запороть какую-то запчастюлину деталь, это купить новую. Во-первых. Во-вторых, со своими, как их называют, схемами, да, чертежами вообще не нужно мне звонить. Я не работаю по чужим чертежам. Все чертежи у меня в голове.
И все делается по месту. Когда мне человек говорит, сделай мне вот здесь вот так, а сделай мне вот здесь вот это, а может вот так вот и здесь, все, эта схема поломалась. Поэтому у меня руки сейчас завязаны, работаю чисто под заказчика. Следующие проекты я буду уже делать, как мне нравится, как это будет удобно, как это будет надежно, практично, красиво. Вот. Здесь было что, условие. Прицеп и колья 70. Вообще ничего нельзя впихнуть. Предлагаю расширить капот над крыльями. Человек не хочет, хочет крылья выделить. Впихнем все, как человек хочет. Но такие заказы я брать больше не буду, чтобы вы имели в виду. Надо, я сделаю так, как я это вижу. Вот и все. Так, ладно, так много наболтал. Всем пока, всем удачи. Увидимся через 2 недели уже на новом проекте. А с этим попрощаемся. Все. С вами был Санек. Еще увидимся.